Выставка ProDexpo 2021 продолжает свою работу. Рядом со мной новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию вы представляете? Здравствуйте, меня зовут Громова Дарья, традиции туронерии. Мы делаем турон. Это натуральные сладости из цельных орехов. Очень интересно, во-первых, что такое турон? Это какое-то новопридуманное вами слово или все-таки у него есть какая-то история? Ой, это продукт с богатой историей. Он пришел в Испанию от арабов. И сейчас распространен не только в Испании, но и по всем средиземноморским странам. Франция, Италия. Вот. И когда-то мы решили, что здорово было бы сделать его здесь. Начали в 2017 году, а в 2019 открыли полноценное производство в деревне Духанино. Правильно я понимаю, что когда-то вы попробовали, вам понравился там на чужбине этот вкус, и вы наконец-то придумали и сделали его здесь для нас? Да, мы его адаптировали под наш вкус. Он более мягкий, более воздушный, очень вкусный. Подскажите, где ваше производство? Наше производство находится в Истринском районе Московской области, в деревне Духанино. Расскажите, а вот где вы берете сырье? Сырье мы берем у крупных поставщиков, орехов или других ингредиентов. Например, глюкозный сироп мы берем у Италики Трейдинг. Расскажите, где вы уже представлены, может быть, в каких-то сетевых интернет-маркетплейсах, может быть, еще где-нибудь. Может быть, у вас есть брендовый магазин свой? Мы представлены на основных интернет-площадках. Это Wildberries, Озон. Также у нас есть свой интернет-магазин и магазин при производстве в деревне Духанино, 57, строение 1. Подскажите, вот я вижу у вас одну коробочку, а турон, скольких видов вы уже делаете? У нас 13 видов турона. Мы используем 5 основных орехов. Это миндаль, фундук, кешью, грецкий, арахис. Мы делаем как чистый турон из орехов, так и с добавками, с клюквой, апельсиновыми цукатами, солью, а также турон без сахара. И скоро мы планируем сделать турон без яйца. Веганский турон. Прекрасно. Я так понимаю, на выставке вы для того, чтобы показать себя закупщикам, показать себя ритейлерам, для того, чтобы ваш продукт, который, несомненно, отвечает всем веяниям моды на ЗОЖ, на правильное питание, нашел своего покупателя. Да, так и есть. Мы пожелаем вам удачи и надеемся, что в следующем году еще раз увидимся с вами, и вы представите еще 15 или 20 или 30 видов разного турона, и мы с удовольствием его отведаем. Спасибо большое. До встречи.